Вот такое начало марта у нас, весна такая. Пройдемся немножко за городом, это мы. В городе вообще снегопад с ветром, метель прямо. А здесь есть снежок, но не такой, немного поменьше. Всего 40 минут езды, а погода немного разная. Две дороги, куда выбрать. Или в лес, или на берег реки. Куда пойдем? Направо. Направо, к речке. Кругом белым-бело. Красиво как. Мы так долго ждали зиму. И вот она, ой, и вот она пришла. Почти что в сугробе стою. Так было бы на Новый год. А то на Новый год дождь. Ну, хоть сейчас порадует нас. Дачникам, конечно, наверное, это плохо. Хотят быстрее весну. Сало немножко повесили. Надо было побольше. Но срезали. Мясо мороженого оставило немножко. Синичком. Вот здесь посыпали. Сейчас еще в другое место пойдем. Они уже тут летают. Сейчас пусть. Мимо проходили, взяли ящичек. И насыпали сюда. А там поменьше насыпали, что осталось. Вот. Уже прилетали. Вон они. Пойдем в другое место теперь. Птички собрались. Близко не буду подходить. Пусть поедят. А сейчас сюда налетят еще. Воробьи, наверное, в основном. Или, а, синички. Ой-ой-ой. Испугались. Все, все. Иду по следу. Ой, 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 ой. Ой, ничего не видно. Ничего, в лесу сделали снеговика. Сторожа леса. Какой-то страшненький. Рот у него, это что такое? Леший, наверное, замерз. Упала в сугроб. Или полезла оттуда. Такие сугробы. Сейчас. Куда нас занесло? Возвращаемся. Все в лесу. Все как в тумане. Уточки плывут. Но у меня уже никаких сил на уточек нету. Возвращаемся. Снег метет. Метель пришла с города сюда. Уже в сугробе побывала. Вот, показываю весну нашу. На обратном пути идем. Все запорошило, к сожалению. Как же они теперь найдут? Найдут, думаешь? А если под сугробом будет? Ой-ой, как жалко. Хлеба еще добавили, потому что никакая норка не может быть. Норки все там забиты, туда не зайти. Вообще. Субтитры сделал DimaTorzok.
идем домой. А снег все метет.